Так, одну секунду. Начинай. В общем, приветствую, меня зовут Константин. Хочу рассказать, в общем, про торгового бота, который работает на Форекс. То есть бот был создан российскими разработчиками с большим, богатым опытом, в общем, ну, одни из самых лучших профессионалов, не знаю, которых мы смогли найти. Бот работает по, ну, в общем, по сложной системе, используют несколько различных стратегий, которые пересекаются между собой. Что делает торговый бот? Если вкратце, он торгует на Форексе, покупает там, золото дешево, продает дорого, покупает евро, доллар, юань, то есть по всем парам, по валютным парам и по металлам торгует. Торгует автоматически, для этого не требуются никакие знания, ну, какие-то специальные знания по торговле, то есть бот это делает все сам. Торгует он в районе 5 месяцев, то есть был запущен 5 месяцев назад. Средняя доходность его составляет где-то в районе 50% в месяц. То есть ну, бот зарабатывает от 50 до 100% в месяц. То есть бывает, ну, не было такого, чтобы он заработал меньше, в общем, меньше 50%. Максимальное, что он делал, максимальная прибыль, которую приносил, это ну, в районе 110%. От депозита робот берет в районе 5%, максимум 5% в данный момент он берет от депозита. То есть если у вас на счету лежит 1000 долларов, с 1000 долларов он будет торговать не более чем на, ну, на 5%. То есть на 50 долларов он максимальное количество денег возьмет со счета. При нынешних настройках робот может уйти в просадку не более 20%. Как заявляют разработчики, что не больше 20% может уйти. То есть есть у нас группа, в которой мы ведем статистику этого бота, выкладываем там, ну, день через день, почти каждый день выкладываем результат работы. То есть взяли одного бота и каждый день выкладываем, какие ордера он набрал, какие результаты получились за этот день. И таким образом делаем закреп, и в течение дня можно пролистать, посмотреть всю эту статистику. Еще у Форекса работает партнерская программа. То есть, ну, это как побочная, как побочка, в общем. То есть, самим продуктом является бот, который приносит, ну, зарабатывает, да. И есть еще партнерская программа, которая позволяет зарабатывать еще и пассивный доход. То есть, если ваш партнер подключает робота, робот открывает в течение дня там, от там, 20-30 до 100 ордеров может открыть и закрыть день. И Форекс берет с этого, ну, процент. То есть минимум 1 цент, по-моему, он берет со сделки. Вот. И часть, половина, 50% этой прибыли, которую зарабатывает биржа, она отдает в партнерскую сеть, как доп. Доход. То есть есть у нас люди, которые зарабатывают только на партнерке, то есть, ну, даже не подключая бота, приглашая людей, они, ну, заработали. Есть те, кто никого не приглашает, а просто разместил средства на счете и зарабатывает просто на счете. Ну, кто-то совмещает и то, и другое. Ну, в общем, вот есть вот такой вот инструмент. То есть более подробно я могу прислать ссылку. Ну, там, в Телеграме, например, мы можем списаться, прислать ссылку. Я просто не знаю, Вадим, как здесь в коннекте разместить ссылку, прислать. Не подскажешь? А также вот заходишь этот... Ну, хорошо, я позже скину, значит, ссылку. Можно перейти в группу и в группе все подробно посмотреть. То есть, ну, всю статистику, то есть каждый день там по времени видно, что он открыл, что закрыл. И в течение 4 месяца практически можно проследить историю этого робота. Вот такой инструмент. То есть всем рекомендую завести хотя бы на небольшую сумму, завести по оплате бот. Первый месяц работы боты стоит 3000 рублей. Получается, вы оплачиваете 3000 рублей и размещаете на счете, ну, абсолютно любую сумму, ну, желательно до 10, то есть, ну, по договоренности, по условиям разработчика,
на один, на одного бота не нужно размещать больше там, 10 тысяч долларов. То есть, ну, там, 5-8 тысяч долларов, не больше 10 на одного робота. Для того, чтобы, ну, инструмент работал, ну, хорошо работал, не брал большую лопасть. То есть, ну, есть причины, почему не нужно открывать на большую сумму. То есть минимальный вход, минимальный порог получается, это $100 на счету и 3000 стоит оплата бота. Что вы получите? Вы получите аккаунт, который действующий, рабочий, полноценный аккаунт, который, ну, по сути, сделает со $100, сделает там, от, ну, по итогу месяца будет либо 150, либо $200, ну, плюс-минус, то есть точных данных, ну, никаких более точно не получится рассчитать, потому что это рынок, там что-то растет, что-то падает, и один месяц он может отработать лучше, другой хуже, но в среднем вот такая статистика, то есть можно брать, ну, за среднюю брать 50%. Вот, как-то так, то есть получается, если вы оплачиваете 3000, $100 размещаете на счете, по итогу месяца на счету будет где-то $150-200. Этого достаточно для того, чтобы посмотреть, как работает инструмент, научиться им пользоваться, там, вводить, выводить, понажимать там все кнопочки и все, понять, как эта штука работает. Вот, то есть, но это не говорит, что нужно размещать именно $100, там, минимальную сумму. То есть вы можете начать с любой суммы, там, ну, и, ну, большей суммы, то есть хоть $1000, там, ну, это в зависимости по желанию. Но чтобы протестировать, чтобы вообще понять, что инструмент работает, убедиться в этом, все проверить, то есть достаточно, повторюсь, 10 тысяч рублей достаточно, чтобы протестировать этот продукт. Вот. Ну, вкратце все. То есть инструмент работает по стратегии, это долго очень рассказывать, как он работает, и, скажем так, всю стратегию она не раскрывается, но вкратце, если бот зарабатывает и на падении монеты, и на росте монеты, в случае, если монета идет не туда, он может сделать этот... Ну, в общем, открывает в обратную сторону, открывает, хеджирует, вешает замки. В общем, там очень много всего в этом роботе есть. Очень сложная система, подключена нейросеть, робот обучается, самообучается. Поверх всей структуры роботов есть еще один робот, который контролирует работу всех роботов. И продукт был дописан, последние части кода были дописаны буквально 2 месяца назад. Это по защите, ну, в основном последние месяцы шла работа по защите от слива, то есть по, ну, по выставлению стопов. Так, еще, кстати, одна из уникальных вещей, что робот не выставляет стопы абсолютно, то есть он входит в сделку по рынку и выходит из сделки также по рынку. То есть ни один, ну, маркетмейкер, получается, биржа не видит, где мы ждем прибыли, и не видит... ну, не видит ни стоп-лоссов, ни тейк-профитов, грубо говоря. То есть брокер видит, что мы зашли в сделку и ждем падения, например, да, но не видит прибыли. Еще каждый робот работает индивидуально, и ну, прибыль может немножко отличаться. То есть, например, я зашел сегодня в робота, а человек зашел там через неделю, и у меня робот наберет определенные пары, там, например, по золоту и серебру наберет ордера, а у другого человека он может набрать там, ну, вообще там по евро-доллару, например, да, но то, что актуально будет на эту минуту. Вот, то есть, получается, робот не открывает, ну, просто были вопросы, что он всем одинаково открывает, ну, то есть, 1000 аккаунтов, например, 1000 человек, и у всех одни и те же ордера. Нет, это не так, то есть, у каждого будет, на каждом аккаунте работает индивидуально свой робот. То есть есть какая-то стратегия определенная, и он по ней просто двигается по ней. Также есть для ручной торговли вот эти сигналы, которые, по которым робот открывает сделки, эти сигналы дублируются в телеграм-канале. То есть есть некий телеграм-канал, в который бот присылает, ну, скриншот, грубо говоря, скриншот экрана, и на нем расставляет точки входа и точки выхода. Это для тех, кто хочет торговать, ну, для опытных трейдеров, кто умеет торговать вручную, умеет открывать-закрывать ордера, умеет анализировать рынок, могут приобрести также ручного бота и открывать и закрывать сделки вручную. То есть у вас, например, на одном счете работает робот,
А на второй счет вы можете открыть второй счет и со второго счета торговать вручную. То есть у нас вот ряд людей, которые прошли обучение по Форексу, по ручной торговле, ну, хорошие результаты. То есть вот девушка одна там со 100 долларов сделала уже 2500 долларов, там меньше, чем за месяц. Ну и тут ряд людей, ну, заходили на 1000 рублей. Грубо говоря, они размещают 1000 рублей, чтобы потренироваться в ручной торговле. Это там в районе 15 долларов. И торгуют на маленькие суммы до тех пор, пока не начнет получаться. То есть, ну и, в общем, поглядывая на робота, некоторые повторяют сделки за роботом. Ну, в общем, вот такой вот есть продукт. Рекомендую, подключайте, посмотрите, повторюсь, что чтобы протестировать, достаточно 10 тысяч рублей, чтобы все понять, как эта штука работает. Костя, скажи, ты вот сказал, что торгует десятой частью от депозита, то есть, соответственно, если... 5%, то есть не ты больше, положил туда на робота 100 долларов, а он торгует всего 5 долларами, да? Абсолютно правильно я верно, понял? Да, все верно, все верно. Так то есть что же, и что же тогда он с 5 долларов-то заработает, этот робот, за месяц? Ну вот, Вадим, смотри, в ручной торговле, я вот вчера только ребятам показывал, как торговать вручную, и в течение, ну, сидели в кафе, разговаривали, показывал ребятам, и я завел, на счету остались там 45 центов, и в ручной торговле, в ручном режиме я просто повторял сделки за ботом, ну, позавчера, в пятницу это было, с 45 центов в ручном режиме я сделал 25 долларов, прямо в присутствии людей, прямо в кафе, короче. Это заняло 2,5 часа. То есть в течение 2,5 часов, у меня есть скриншот, могу вот показать, то есть 45 центов платформа позволяет, ну, вручную позволила заработать 25 долларов. То есть 100% от депозита. Это было 45 центов плюс 45 центов. Это 90 центов должно быть, это 100%. А я сделал 25 долларов. Вот, есть скриншот, могу показать, то есть вот так эта штука работает. Хороший результат, да. Да. Вот, ну как-то так. Поэтому, ну это нужно посмотреть. Я опять же повторюсь, можно зайти в канал, в телеграм-канал, и там есть скриншоты. То есть с ордера в 1 доллар робот может закрыть до 20-30 долларов прибыли, бывает. Но в среднем, то есть он ставит 1 доллар, и там в течение там, часа, двух-трех, закрывает от 1 до 5 долларов, закрывает. То есть он ждет, например, определенного сигнала, что будет падение либо рост, ловит эту точку, входит в сделку, там на 1 доллар, например, да, и закрывает там прибыль, там 2, 3, 4 доллара закрывает, вот таким образом. Ну, это я грубо сказал в долларах. То есть со 100 долларов он будет брать в работу, там, не знаю, 10 центов, то есть на 5-10 центов будет заходить в сделку и 5-10 центов будет вытаскивать там доллар-два. Примерно вот так работает. Хорошо, понятно. Есть вопросы еще у кого-то? У меня вопрос, как можно использовать бота в нашем, да, то есть как мы можем объединить акционеров, не объединить, наверное, каким образом можно этот инструмент использовать, применять к торговле акциями. То есть мы же можем сделать коллабу с хеджированием рисков, да? Можно сделать общий пул с помощью автоматизированного бота. То есть в данный момент мы разрабатываем, то есть прямо сейчас вот идут работы, вчера шли работы, сегодня вот там человек работает и делает автоматизацию по оплате бота, по ведению статистики. То есть в данный момент работает, все работает в ручном режиме. И то есть для того, чтобы подключиться к боту, нужно написать человеку, то есть в автоматическом режиме это нельзя сделать. То есть нужно связаться с техподдержкой, техподдержки прислать... параметры счета, по этим параметрам подключается счет в ручном режиме, но в дальнейшем это будет все автоматизировано. И прямо сейчас идут работы по автоматизации. И также в этом боте мы запланировали и планируем это сделать пул. То есть человек не хочет, например, оплачивать бота, не хочет размещать, а хочет зайти там на 100 долларов и участвовать в пуле. То есть ты можешь просто зайти в пул, положить какую-то там 100 долларов, грубо говоря, положить, не покупая бота. И тебе получается, с кошелька Trust Wallet
или там MetaMask, Trust Wallet, я не знаю, в крипте, либо там в Zash Cash, я не знаю. То есть ты можешь, получается, купить на $100 Zash Cash, и эти $100 кладутся на счет. И прибыль тебе выплачивается не Zash Cash, а выплачивается долларами. Прямо на твой кошелек, там, Trust Wallet, MetaMask или внутри консоли Zash Cash. Хоть так можно сделать, будет начисление в USDT. То есть ничего не мешает это сделать. И вам в очень многих криптовалютных проектах проблема в том, что как только происходит спад людей, то есть курс любой монеты в основном растет из-за спроса. Чем больше спрос, тем дороже mm-hmm. стоит монета. Как только падает спрос на монету, то есть, ну, по какой-то причине люди уже набрали, новых людей нету, и нету там развития, да, происходит падение. И там кто первый вышел, тот дороже и вышел. В нашем случае откуда деньги? Деньги берутся из, ну, по сути, из мирового фондового рынка. То есть это золото, нефть, газ, ну, по сути, с других участников, тех, которые, то есть кто-то теряет, кто-то находит, то есть... Ну, вот как-то так. То есть у... Ну, то есть это можно вот этим акционерным обществом создать такой хедж-фонд, который будет торговать да. и то есть приносить можно... дополнительную доходность людям. Можно. Не, то есть не, это можно просто стабилизируешь себе, хеджишь свои риски, да, в плане того, что если... На рынке, а я-то имею в виду про рынок венчурных инвестиций, да, сейчас просадка, дальше там ожидается, сейчас регуляторы в любом случае там поправят, да, и наши научились уже уходить в поле работы международного права. Вот, я думаю, что это там полгода-год уже будет такое, как бы, ну, новое, одно из сильных направлений, это именно... венчуры, стартапы. А здесь ты можешь, как на Дексе, дополнительно увеличивать и стабилизировать доходную часть. Также наполняя, да, участвуя своими фондами и наполняя свои же фондами дополнительным капиталом. То есть, по большому счету, если у вас еще получится сделать лицензию, да, и какую-нибудь европейскую для начала, что вы можете брать в обработку деньги, то это вообще, короче, это прям, ну, официально. Да, а Forbes, Илюх, Forbes же он лицензирован. Там зачем какую-то дополнительную лицензию? К тому, чтобы, допустим, мы могли с эндаумент фонда, отдавая деньги в управление официально боту, прям сделать смарт-контракт такой, чтобы при поступлении денежных средств на эндаумент фонд, а нашими... Часть средств, не все, а какая-то часть, ну, там 10%, часть. Например. Не-не, смотри. В работу бота, там... да. История такая, что эндаумент фонд может сливы капитала только передавать в управление лицензируемым компаниям, которые имеют отношение к управлению финансами и ценными бумагами. То есть это банки, брокеры, ну и эти самые банки государственные. Вот. Поэтому, если будет такая лицензия, можно вообще интересную сделать коллаборацию, чтобы денежные средства, которые выходят на конце с бота, пополняли активы акционерных обществ, акционерные общества пополняли от прибыли и пожертвованиями эндаумент фонда. Эндаумент фонд опять передает в управление часть денежных средств в капитал, в целевой капитал управления ботом. То есть вот, вот такую историю, если запилить уже сейчас, если это возможно, то уже готовы, ну, как бы, начать... делать это, потому что тут получается, нам нужно со своей стороны прописать это в новых уставах новых акционерных обществ, потому что под это именно целевой капитал нужно создавать. Вот. И что? И все. Ну, смысл я понял, да, можно, можно и так, можно и так, то есть в данный момент, ну, это будет немножко попозже, то есть в данный момент нету, то есть продукт еще молодой, бот только-только-только, по сути, закончили, то есть работать с кодом, в данный момент еще ведутся работы над автоматизацией, ну, вот ведутся какие-то работы, грубо говоря, по автоматизации, еще...
Ну, то, что ты сказал, да, можно, да, можно. Это я в Москву приеду, можно будет встретиться и поговорить, обсудить это уже. Ну, не тут, да. А там. Это долгий разговор, скажем так. То есть направление верное, да, можно это сделать. Для этого я уже зафиксировал. Костя, вопрос такой, скажи, пожалуйста, вы как с персональными данными? Вы сталкиваетесь или напрямую он в сервис попадает, и вы их не можете не уведомлять там ничего? Они, когда верификацию проходят, дают согласие на обработку данных, на рассылку им информации? Смотри, если бы это была наша торговая площадка, то есть у нас был не просто бот, а своя биржа, да, то мы бы сталкивались с верификацией и так далее. Но в данный момент мы торгуем у брокера, то есть есть Форд свою. Это брокер, который, это он сталкивается с верификацией, паспортные данные. То есть есть какой-то брокер, который на рынке работает уже давно. Ну, то есть, насколько я знаю, там вот наш разработчик, тот, кто пишет код этого бота, он торгует больше 6 лет, торгует на этом Форексе. Все успешно, все работает, выводит, заводит, все как бы хорошо работает. Ну, и в том числе знает руководство, даже встречался с руководством. То есть у нас в этом боте, в структуре работает 9-уровневая ритуальная программа. Всего их 3. То есть от Форекс, от этого брокера, их 3 на Россию таких партнеров. То есть если вы зайдете, ну, просто, ну, грубо говоря, не с бота, а просто там с интернета найдете где-то, скорее всего, у вас будет 3-уровневая партнерка, у вас будет комиссия на ввод и вывод, а у нас особые условия, то есть, ну, улучшенные условия, грубо говоря, для нашей партнерки, для нашего бота. Ну, и отвечаю на вопрос, что мы сталкиваемся с персональными данными только, ну, во-первых, бот распространяется только среди знакомых знакомых. То есть в данный момент нету никакой рекламы, никакого массового распространения, его просто нету, и передается просто от знакомых знакомых. То есть поначалу вообще, ну, задавались вопросом, нужно ли нам его вообще кому-то, что да, все работает. То есть я вот с этого бота в течение 4 месяцев, ну, по сути, вывожу деньги, только вывожу. То есть я пополнял его один раз, то есть я пополнил бота один раз, и в течение 4 месяцев я вывожу. То есть я могу открыть там смс-оповещение, грубо говоря, каждый день я там какую-то сумму там с него там выдергиваю. То есть часть оставляю в теле бота и наращиваю объем, и часть вывожу. И плюс партнерка. То есть у меня партнерка здесь настолько жирная, настолько большая, что, ну... Я к тому, что вопрос задавал, можем ли мы делать, допустим, ну, у разработчика есть решение, да, у него в базе данных там уже несколько тысяч человек, можем ли мы сделать им предложение, допустим, пуш-уведомление отправить всем о том, что бот начал, открыл партнерскую программу с платформой? Да, и там предложить им какой-то новый переход или там сделать ссылку на наш продукт. Можем мы это делать? Или база данных, ну, она вот пролетает? Нет, база данных закрыта. Нет, база данных вообще у разработчика находится, база данных находится у одного человека, она закрытая, никакого доступа к ней нет. По сути, вся база данных состоит из никнейма. Ну и по сути и все. То есть вся связь происходит внутри Телеграма. То есть, ну и часть людей оставляет номер телефона. Кто не желает оставлять, вообще оставляют только контакт. Но мы же можем, Кость, мы же можем партнерское соглашение заключить и... Надо встречаться с разработчиком. То есть насколько это нужно. То есть пока бот работает вот в таком режиме. То есть... Еще раз, Илья, скажи еще раз, что ты хочешь получить, какой результат, что ты хочешь, о чем? Результат в том, что вот есть у нас пул инвесторов, да, есть инвестора в других организациях, которые не знают о нашем предложении и не знают о наших продуктах. Потихонечку сейчас мы начинаем разворачивать информационные потоки и рассказывать о проектах, о внутренностях проектов, о том, что мы сейчас делаем, какие сделки происходят. И коллаборация с ботом, который
стабильно работает и может хеджировать какую-то часть инвестиций и приумножать в понятном, как бы, да, ну, в понятном, в понятной логике вещей, да, это, наверное, интересно, да. Поэтому под, как бы, деньги те, которые идут, да, допустим, они же могут оставаться в теле, но быть, по большому счету, как, ну, активом, это же актив, только он находится в теле. А тело приумножается, тело никуда не девается. Если ты говоришь, что можно поставить какой-то нижний уровень стопа, чтобы ниже этого не уходило, это по большому счету, да, в актив находится в управлении у вас. Актив приносит до 50% с приростом стабильно 5% в неделю. Это круто. Как бы, да, вкладывая, когда мы говорим про, ну, сейчас в случае венчурных инвестиций, да, гарантии перед инвестором на уровне потребителя до покупки акций там, ну, 50-100 тысяч рублей, да, для них любой гарант, да и для крупных сумм, любой хедж – это как бы, ну, в плюс, да, к спокойствию, к их. И когда мы сейчас говорим, я пример приведу небольшой с партнером по поводу привлечения денежных средств, мы говорим, что наши акции с стороны третьего участника подкрепляются акциями действующего производства, непрофильное. Они говорят: о, блин, прикольно, а здесь еще ты, ну, дополняешь, а вот еще у нас инструмент есть, который официально работает. То есть для, ну, мне интересно, можем ли мы с персональными данными, с этими начать работать, что для этого нужно сделать, и каким образом, вот, допустим, сегодня у нас идет новость о продаже, но об открытии нового акционерного общества, где акции стоят 100 рублей, да, они за, там, ну, у нас примерно такой же процент, только... Только у меня звук пропал или нет? Наверное. Все работает. Да. Есть. Вот. Допустим, сделать уведомление в вашу базу данных, что здесь открылось. Тем самым после покупки провести автоматизацию в оба конца, то есть и в акционерное общество, чтобы деньги упали, и дубль цифровых денег, чтобы был в участии на торговле бота. Вот. У нас... В Москве будет предложение, я думаю, что сейчас Дмитрий еще что-то скажет, вот, по интеграции этого. Сейчас, ну, давай закончим с этим вопросом. Да, прошу дальше. Прощения за задержку, у меня просто заканчивалась речь, и есть просто те, кто прощается, не уходят, бывают такие случаи, поэтому как ни крутился, не удалось отвертеться. Sorry. Поэтому очень жаль, что пропустил самое начало. Смотрите, интересно, наверное, было бы поговорить о моменте таком. Видит же покупатель, что он покупает, или это просто некий актив, который выдает ему исходный, обработанный какой-то доходный показатель? Или он понимает, что он берет? Задаете мне сейчас вопрос ко мне и по поводу бота, правильно я понял? Да. Давай, смотрите, я вкратце. Ты можешь, Константин, еще раз очень быстро вот эту часть, где инвестиция разных кабинетов. В данный момент работает таким образом. Вы заводите себе аккаунт на Форекс по партнерской ссылке. То есть вам скидывают ссылку, вы по ней регистрируетесь на бирже, заводите свой аккаунт. Это ваш аккаунт, к нему имеете доступ только вы. И при регистрации сама биржа просит паспортные данные, ну, вот из, ну, из того, что там... В общем, паспортные данные, как и в Сбербанке, в Тинькове, ну, это как и везде, верификацию. То есть почта, номер телефона, паспортные данные. Вы заводите свой аккаунт, на свой аккаунт кладете деньги с карты Тинькова, Сбербанка, либо в криптовалюте, пополняете этот счет. И есть у нас канал техподдержки, где сидит живой человек, который вручную подключает к вам, заводит удаленный сервер, оплачивает его удаленный сервер, на нем размещает MetaTrader,
на нем размещает на удаленном сервере тело робота, код, программный код размещает на этом сервере и подключает этот робот к этому счету. И все. И у него на мониторе выведены. Просто он видит все вот эти счета и видит, что вот этот счет, он подключен и оплачен. Все, оплачиваете работу бота, и он в течение месяца работает, открывает на вашем счете. То есть вы, как пользователь, просто видите свой счет, и на нем увеличиваются деньги просто. И все. Вы видите, что бот открыл там 122 ордера прямо сейчас в работе. И видите, есть эквити. Это то, что вы можете вывести прямо сейчас. Например, вы положили 1000 долларов, робот набрал там 10-20 долларов для работы взял, и у вас эквити там 900 долларов, там 950. То есть вы не можете вывести 1000, можете вывести 950. Прямо сейчас вот прям взять все и вывести. Через неделю вы заходите туда, смотрите, у вас уже 1300 долларов всего общий баланс, а эквити вывести можете там 1100-1200, чуть-чуть меньше. Или наоборот, бот там открыл ордера и в плюсе, но не закрывает по какой-то причине. То есть у вас, видите, баланс у вас там 1500 долларов, а эквити к выводу прям вывести можете 1700. Это означает, что вы можете вручную зайти в MetaTrader, ну, например, вам надоело и вы хотите уйти из бота, все, не хотите, все, закрыть и уйти. Вы берете прям вручную, все закрываете, ни у кого не спрашиваете разрешения, ничего, просто это ваш счет. Вы сами все закрыли, нажали кнопку «Вывести», и через час, два, три, короче, вам на счет, на карту там Тинькова Сбербанка вывели деньги, либо на карту Тинькова Сбербанка, либо в крипте, но я вот вывожу на Binance. То есть я вывел там на Binance, например, а с Binance через P2P-обменник, ну, курс выходит на 6% выгоднее выводить в крипте. То есть если будет какая-то необходимость, помощь, ну, что-то не получается и нужна какая-то помощь в этом, то, пожалуйста, у нас есть несколько человек, которые, ну, я каждый день там 2-3-4 человека мне задают вопросы, я отвечаю по боту, показываю. У нас есть группа, там 100, больше 100 человек группа, и там, если я там по какой-то причине не на связи, какой-то срочный вопрос, ну, такого, в общем-то, и не бывает, но можно в группе написать, и там есть 100 человек, которые пользователи, которые прямо сейчас пользуются, и у них там у ряда людей депозиты там и по 10 тысяч долларов, и большие суммы лежат на депозите. Вот. И есть ряд людей там, ну вот, положил человек, например, 5 тысяч долларов, вывел оттуда уже там 6-7, он уже вывел, и в данный момент вот у него там, я сегодня вот смотрел, там 3-800 у него на балансе. То есть он уже... Ну, грубо говоря, там, ну, кто по-разному, кто пытается сразу там в течение месяца свое забрать, ну, и да, оставить. Правда, конечно. Да. Но факт, что, ну, в общем, повторю, ну, заканчиваю уже, что робот работает с вашим счетом. Уточняющий, весь инструментарий работы – это только Форекс? Есть RoboForex, к Сэму, ну, в общем, к нашему разработчику в Форексе, в общем, в техподдержке. Ну, в общем, писали люди с RoboForex. То есть можно подключить к RoboForex, вообще можно подключить к абсолютно любому брокеру. То есть если соберется группа людей, там 10 человек, и говорят, нам надо вот здесь, то мы делаем запрос разработчику, и он в течение какого-то времени разрабатывает, находит возможность подключиться автоматически к этой платформе. То есть, неважно. То есть, теоретически мы можем выйти даже на московскую биржу и торговать ну, уже на реальном... Но это немножко позже. То есть, не, ну, пока мы не готовы туда идти. А можем приконнектить согласованные под разработчика созданные собственные площадки, где будут идти не только листинговые активы, а и активы просто доходные, но в параллели? Так, сейчас я... Это я тебе по-другому. Вот этот вопрос с двух сторон, да. Видишь, Дмитрий более четко сформулировал. Да, вопрос. Можно, в общем, можно приладить к любому графику. Робота можно приладить к любому графику. То есть все, что имеет, все, что можно отобразить в виде графика, робот будет обрабатывать. То есть если цену любого актива можно изобразить в виде японских свечей, и... то робот по нему сможет работать. Остальное вопрос техники, ну, времени, ну, и необходимости, скажем так. Кость, ну сейчас же Сэм мне сказал, что крипте тоже сейчас он доделывает, уже допиливает, чтобы криптой... По крипте он работает, я вот даже в ручном режиме, то есть в данный момент есть ручной сигнальный бот, который присылает сигналы по крипте, то есть выглядит это в виде графика,
И, ну, я не знаю, как, можно здесь включить запись экрана? Я могу показать прям, как это работает. Слушайте, ну, идеально, то есть, а вы территориально в Москве? Нет, в данный момент я нахожусь в Белгороде, то есть был в Сочи, сейчас в Белгороде, а в Москве буду, ну, на следующей неделе буду территориально в Москве. Супер. Где-то в районе Москва-Сити буду и, ну... Ну, у нас есть... По-моему, 37 этаж, если я не ошибаюсь, 37 этаж, есть офисное помещение, там у меня у товарища, и он говорит, оно простаивает, в общем, если хочешь, бери, занимайся. То есть, ну, возможно, мы там разместимся и будем, ну, там офис, грубо говоря, откроем там офис и будем представительство, грубо говоря. Вообще вот. Очень то есть, насколько надо, то есть, по сути, все работает удаленно, и находиться, и вообще необходимости в офисе, прям какой-то сильной нету, то есть причин приходить нету, то есть все делается дистанционно. То есть, по сути, вы завели аккаунт, вам его подключили, и вы можете находиться в любой точке мира, у вас телефон просто приносит деньги, все, то есть да. Все максимально просто. Если можно переконнектить вот такие будут структуры, как вот, например, наша площадка, еще какие-то непрофильные, блин, это идеальная модель. Мы сразу готовы говорить, что мы впишемся, будем разговаривать, для нас так просто, ну, супер. Плюс параллельно, мы можем... вдруг это будет вызывать какие-то опасения разработчика, мы можем запустить просто машину на наш листинг отдельно, чтобы люди тоже могли как-то ну, структурироваться. Но, скорее всего, если она будет пришита, это будет гораздо круче. Все в процессе. Ну, либо ждем, пока я приеду в Москву и встретимся, либо можем, ну, просто уже за кадром. То есть тут мы ну, по другому вопросу немножко. Я то понял. Вкратце я рассказал, показал. Но мы можем там отдельно созвониться и все вопросы, да. Грубо говоря, там даже взять разработчика и все вопросы, какие хотите вы зададите, и там все ответы получите. Ну, какие есть, такие есть. Все, окей, как есть. Классно, вот. Благодарю, Кость. Вадим, спасибо за такой классный коннект с утра. Давай я тогда сейчас небольшую вступительную речь скажу. А да. Дмитрия попрошу... продолжить. У нас каждый участник записывается в большом окошке, да? Когда говорит. Ну, как ты настроишь окно, так и будет. Но у тебя же запись идет. Ну, запись идет общая, да. Чтобы нам отсюда потом вырезать и сегодня ролик делаем. Тогда вкратце рассказываю. Площадка F44F, Институт развития цифровой экономики, в этом году начали сотрудничать в июне месяце. С этого года, значит, мы сейчас имеем вход в сделку привлечения около 10 миллиардов рублей для развития стартапов через венчурные компании, созданные Дмитрием. На сегодняшний день 28 компаний создано, 28 проектов ведется, это акционерное общество. И чем радостно, я сегодня очень много читал про российских венчуров. У нас оказывается всего 46 компаний на рынке на сегодняшний день, которые занимаются подобными инвестициями. И как показывает, по-моему, график – это очень успешное, очень удачное время для раскрытия потенциала, в том числе и глобализации венчурных рынков с российским участием. То есть мы научились открывать компании за рубежом, научились использовать и применять те требования, которые западные регуляторы предлагают нам к формированию, к участию на этом рынке, вот, и такие интересные цифры я вот себе сегодня повыписывал, да, что 63% русских венчурных инвесторов – это игроки международного рынка. То есть, делая сегодня коллаборации, либо создавая свои структуры на западном, зарубежном рынке, мы можем классно реализовывать как внутри, так и вовне проекта. Компания F44 в 28 проектов. Как происходят, как попадают проекты на площадку? Это множество заявок среди русскоговорящих на сегодняшний день предлагается и западным участникам, ну, зарубежным участникам принимать участие в подачи заявок. На сегодняшний день это русскоговорящие
фаундеры, которые приходят через разные каналы, через конкурсы, через сарафанное уже радио, либо через инфраструктуру воронки, та, которая создана, телеграм-канал, ютуб-канал, на которых постоянно ведется вещание. Сейчас подключились СМИ, это радиостанции Динамит ФМ, вот два месяца, ой, прошу прощения, Мегаполис. Дмитрий выступал в двух эфирах. Дальше планируется, безусловно, масштабирование и в информационном поле новостей о деятельности компании Venture, который дает до 5,5% в неделю прироста акций. Акции торгуются через купли-продажу на платформе ВТБ-регистратора. Сделки все конфиденциальные, так как акционерные общества являются непубличными. 28 проектов, еще раз скажу, которые за 9 уже почти месяцев существования акционерного общества, это головная материнская компания, которая учреждает все остальные проекты, акционерное общество под проект, собрало чуть больше уже 400 миллионов рублей. Плюс к этому свои собственные разработки движков, интеллектуальная собственность, та, которая есть у компании, составляет уже чуть больше 700 миллионов. То есть в срок чуть менее года в обстановке закрытия, наложения санкций, закрытия рынка, в принципе, для российского игрока, для российского участника, это очень хорошая конверсия, которую мы наблюдаем, и куда сейчас в приумножение доходности решили к концу года привлечь еще 10 миллиардов. То есть каким образом привлекаются 10 миллиардов? Это сделки из подбанковской структуры, где мы просто берем гарантию третьего лица в совершении, в подготовке к аккредитации под сниженный процент с государственным участием программы. То есть идут множество программ, по которым банки получают сниженный процент и имеют возможность выдавать кредит для развития технологий, на развитие инфраструктуры IT, сниженный процент. Мы получаем из-под депозитарного сертификата кредитную линию, кредитные линии идут целевыми капиталами на определенные программы. На сегодняшний день вот программы две, которые заявлены, об этом, наверное, Дмитрий сам расскажет, если посчитает нужным, потому что есть часть конфиденциальной информации, которая, безусловно, она не раскрывается, есть аспекты, которые просто мы в силу делового диалога, да, не показываем, либо показываем при требовании к инвестору, который планирует стать нашим партнером. В принципе, да, я, наверное, да, такую вводную сказал. Дальше Дмитрий. Ну, достаточно расскажи. Глубоко объяснил, Илья, спасибо. Да, наверное, самое главное быстро пробежаться, чтобы фиксировать. Мы действительно создали платформу, на которой мы отбираем очень серьезные стартапы, мы делаем большой due diligence. И только если этот проект действительно имеет потенциал на рынке и роста, и развития, и самое главное, в воронках больших венчуров, он присутствует в сегментах финансирования, и там не чересчур плотно и уже не уменьшаются деньги, то есть тренд развития, тогда мы проекты берем и начинаем уже выстраивать постепенно какие-то взаимоотношения там с разработкой, с командами. Мы запускаем не в джайловской модели, иногда это гораздо дольше, чем обычно происходит, но это зато уже отработка с архитектурой, которая не будет переделываться. То есть изначально просчитывается модель так, чтобы переработок последующих было меньше. Поскольку большинство проектов, которые мы берем, они большие, платформенные, то там костыли клеить крайне сложно. Там должна быть совершенная машина обработки встроенная, чтобы не было уже рисков того, что мы будем иметь либо некачественный продукт, неэффективный, либо переделки. Поэтому сроки иногда, ну, скажем так, больше, чем обычных проектов. С другой стороны, да, проект действительно может финансироваться через привлечение на масс-маркете ресурса. Очень разные инвесторы есть, есть профессиональные, есть просто люди, которые впервые попробовали и вложили деньги с чеком от 30 тысяч до максимально у нас был 12 миллионов.
Вообще у нас есть ограничения на продажу акций. В одни руки мы не отдаем больше 20 тысяч. Вот, для того, чтобы не было влияния денег на сам стартап, на проект. Нам кажется, это очень позитивно. Второй момент, который для акционера как инвестора очень хорош, мы фиксируем лимит масштабирования. У нас невозможно сделать доп. Эмиссию акций до выхода в раунд A или внесения ресурсов первым крупным уже глобальным фондом венчурным. Вот до этого момента ни одна акция дополнительно выпущена не будет. И значит, что доля, которая была куплена, она, в принципе, останется как бы в той же позиции. Это в двух словах как бы суть самой платформы, почему она привлекает деньги и как развивает свои продукты. Вот рост действительно большой, потому что, подчеркну, мы работаем с очень ранней стадии, тогда, когда, по сути, тех заданий и несколько технических там действий плюс команда. И поэтому рост с такой точки при финансировании, он очень существенный. Он происходит не по экспоненте, но практически свечка. Первый месяц происходит всегда скачок с момента продажи по номинальной стоимости со 100 рублей. За месяц, это обычно в 1,5-2-3 раза за счет именно рыночной реакции происходит развитие. Потом планочка выравнивается, как я справедливо сказал, где-то колеблется в районе 5% там, неделя к неделе. Был жутчайший период, когда вот последние события стали происходить, это протянулось почти на 2 месяца, вот, когда у нас действительно были падения по приросту, люди очень нервничали, поступления уменьшились. И мы тоже так запереживали, глядя на ситуацию, куда это все может вылиться. И вот буквально только последние 2 недели тренд изменился, ну, в смысле, он уже вырос, а то 3 недели как он выравнивался в сторону роста и стали потихоньку возвращаться деньги в потоке. Это нас, ну, естественно, приободрило очень, очень серьезно. Вот, и мы понимаем, что если мы прошли такую серьезную фильтрацию временем и ситуацией, ну, наверное, все-таки проект имеет право и место жить. Он действительно в сравнении не обычный для рынка, и поэтому много сил и ресурсов уходит на объяснение, почему так, почему акции, почему на ранней стадии, почему такая сложная схема расчета стоимости компании, сравнительный анализ и так далее. На это тратится время, ну, как бы цель оправдывает средства, все срабатывает. Люди получают информацию, понимают, как это работает, принимают решения и продолжают свои инвестиции. Вот ближайшее объяснение, которое можно привязать к платформе, это, собственно, joint venture, но только не на поздней стадии, а на стадии вот как раз совмещенной с первых шагов начала деятельности в финансировании, развития самих проектов. Сегодня их, да, 28 в рассмотрении, 21 в реализации. Мы акционировались, у нас на 19 компаниях есть аккредитация в Минцифре. И это слава богу, потому что действительно многие чуть-чуть поуспокоились в этой вот военно-призывной кампании. Мы получили ресурс нормальный какой-то для того, чтобы была стабильность по ощущению. Это дорого стоит по нынешним временам. Вот. И здесь действительно модель купли-продажи акций. Во-первых, мы стали делать свой сайт, потому что мы вышли на показатели по наличию активов и количеству проектов таковыми, чтобы мы не закрывали сделки там по торгам через 3 дня и не сидели потом оставшиеся 3, потому что мы продали весь лимит акций и нечего торговать. Мы сегодня в ситуации, когда уже и те, и другие ресурсы к этому готовы. Поэтому мы тестовый сайт запускаем, чтобы сгенерить регистрационные данные все необходимые. А вот дальше уже действительно у нас есть сайт разработки, мы очень сильно консультируемся с нашим ВТБ-регистратором, чтобы это наш партнер ВТБ-регистратор, мы фиксим все сделки у них. И надо сказать, что плюс, наверное, еще и в том, что в отличие вот, ну, для тех, кому важно быть обладателем, именно собственником, мы эту процедуру закрепляем тем, что каждый владелец имеет запись в реестре Центрального банка, что он, да, действительно совладелец акционерного общества. То есть не брокерская регистрация, а реально он становится совладельцем. Но мы понимаем, для ускорения оборота, если мы действительно, вот это сейчас вот то, что я слышал про работу, то, как он работает, и та ресурсность по присоединению, по коннекту площадок, она есть, это очень круто, потому что если мы склеим возможности работать по этим моделям, это увеличит оборот, я предполагаю, ну, на порядок точно, учитывая ту стадию, в которой он сейчас находится. Привет, привет, туда пишет Андрей. И следующий шаг наш, мы уже планируем действительно делать с соответствующим требованием ЦБ какой-то сайт, где будет аукцион. Сегодняшнее определение цены – это аукционное определение цены. То есть не мы говорим, что будет стоить столько. Это решает, по сути, ну, рыночная составляющая и оценочная стоимость проекта. Очень хорошая для начала, для стартапа, для первой фазы позиция. А мы со своей стороны гарантируем, что если в течение года
по каким-либо причинам не произойдет роста более чем 30 раз, то мы эту акцию проекта переведем в тот, в который это увеличение уже произошло. Сегодня по средам мы фиксим ценники, рассылаем. И у нас логика продвижения была мультиканальная, агентская. И надо сказать, что цифра, которую вот озвучивал Илья, она достигнута количеством около 30 агентов. Без широкого какого-то паблика. Мне кажется, это очень хороший показатель и потенциал, который может быть. У нас пришли проекты уже, ну, скажем так, на разных стадиях зрелости. Кто-то в позднем пресиде, кто-то даже в сиде. И мы проработали уже и с ними модель. У нас сегодня уже есть работающие проекты на площадке. Тоже интересное решение. Мне понравилось то, как мы с ними вышли. И одна из компаний показала просто удивительные результаты сбора денег, потому что в этом тяжелом времени один вебинар позволил нам собрать под 44 миллиона денег в них после буквально первого событийного какого-то всплеска. Хорошая цифра, и надеемся, что такие повторы у нас будут уже там каждый раз в привязке к той или иной компании продвижения минимальной. Вот. Ну, наверное, это кратенько то, что можно рассказать о продукте. Есть ролики, есть материалы. Мы сейчас будем делать еще отдельно для агентских каналов какие-то наработки и вебинары. Таким образом, я думаю, ну, информация станет в ближайшее время значительно больше. Проект хороший, интересные ребята у нас есть, Долинские, наши друзья, которые сказали, что если вы такую модель сможете вывести куда-то вот на нейтральное поле, типа ты в той же логике, мы с радостью уже вторые раунды свои, у кого-то даже третий раунд, запустим, выложим вот на такую модель продвижения. Мне очень понравилась сама логика, что не инвестор, точка, пакет, не инвестор.пакет, а вот этот масс-маркет, который компанию, по сути, делает, наверное, период времени просто независимый в принятии решений от денег. И для финансистов, если таковые присутствуют, ну, просто сопоставьте, у нас на сегодняшний день, благодаря тому, что финансирование идет через акционеров, у нас ноль заемных средств и ноль обязательств по возврату. То есть для любого, кто будет рассматривать компанию на поздней стадии, для него это понимание, что его каждый цент, который войдет, это не цент, половина которого уйдет на возврат прежним инвесторам ранним, а это все уйдет в развитие компании. Тут тоже позитивная, на мой взгляд, вещь. Вот, спасибо. Одну минутку. Слышно меня? Да. Дим, расскажи, пожалуйста, о тенденциях вообще, в принципе, рынка на сегодняшний день, как мы решаем вопрос с потоками финансирования внешнего контура, это договоренности и, ну, не договоренности, давай-ка так правильно сказать, это совет, да, мы проходим аудит по проектам с венчурами из-за рубежа, как вопрос финансирования и входа денег в стартапы решаются вот на сегодняшний день? Да нет, модель очень простая на самом деле. Во-первых, у нас венчурами не совет, это все-таки инсайдеры. Сегодня быть российским бенефициаром – это немножко такая штучка, прямо скажем, неоднозначная. Поэтому это всегда инсайдерские переговоры, завуалированные, конечно же. Но это позиция, в которой мы получаем одобрение или недобрение по тем материалам, поэтому сделаем due diligence, который мы делаем по проектам. Это для нас самое главное. Что если мы понимаем, что в той воронке, в которой мы показали проект, там все как бы мигнули, ну окей, хорошо, значит, мы его фиксим, разрабатываем, доводим. Деньги распределяются прямым потоком. У нас агрегируются они через платформу F44F, после чего поступает целевкой один в один в той сумме, которая зашла на счет. Это потом мы проводим вычеты комиссии и так далее. Она один в один попадает на счет той АО целевой, где создается проект, в который поступили деньги. У нас сегодня, вот, буквально недавно, была первая встреча с фондом, аффилированным с первым, самым большим частным банком нашим. Вот, и мы с января предоставили проектную базу, и с января мы будем получать финансирование на 10 проектов. Сумма финансирования определена 500 миллионами, ну, первая, как бы, она будет распределена, естественно, но это уже хороший значок, что большие, серьезные игроки, они увидели нас, хотя мы, в принципе, не позиционировались, не искали, не делали рекламу, мы просто встречались на каких-то площадках, общались, но вот такой тестовый сегмент, как бы, зашел, у них гораздо больше портфеля, вот, и это, ну, скажем так, рисковая венчурная составляющая их портфеля, там больше работа уже по A-проектам, пред
IPO-проектом уже как бы немножко там другая ситуация. Вот. Кроме этого, у нас есть предложения очень интересные по работе через сертификаты. Там необходимы просто суммы на открытие, которые мы, имея целевой ресурс, просто не можем выбрасывать. Вот это отдельно мы можем проговорить, если кто-то, ну, может быть, под себя что-то посмотрит. У нас есть на где-то 120 миллионов долларов в русских рублях депозитных сертификатов, которые заходят в проект. Вот и там нужно просто с определенной суммой зайти, чтобы их раскрыть. Это чистая сделка, мы понимаем, что в этой области очень много было, скажем так, скама какого-то, но это проверенные хорошие контакты, которые мы знаем. Поэтому там, это реальность. Там два канала, один кредитный, а один инвестиционно-целевая в агропромышленный сегмент линия. Вот, вкратце, если ответил ли я. Да, да, благодарю. Ребят, завтра у нас будет на конференции у Олега Комиссарова на форуме открытия форум БРИКС инвестиционной презентации. Где-то приблизительно с 4, ой, прошу прощения, с 6 до 7 в это время. Вот. Подожди, у Игоря Князева уже, при чем здесь Комиссаров? Ой, я извиняюсь, Андрюх, извини, пожалуйста. У Игоря Князева, да, на форуме мы будем завтра делать представление проекта, рассказывать про возможности, показывать несколько. Один проект мы покажем в заходите, присоединяйтесь, если у кого-то будут предложения по интеграции, по возможности объединения баз данных, да, чтобы делать совместное какое-то предложение для тех или иных участников рынка, вот, да, на примере, как Константин сегодня задал вопрос, если мы можем сделать там рассылку с предложением купить акции и как-то это сколлаборировать с организацией, обговорить проценты всегда открытые, это хорошее, еще раз повторю, время для венчуров, для формирования венчурного рынка в России, вот, и исходу объединиться уже в коллаборации вот с Константином. Ждем в Москве. Спасибо большое. Что-то да, со связью спасибо. Плохо. И вышел Илья сразу. Ага. Ну, со связью что-то прерывалось, и так вышел. Наверное. Я вас услышал. Если можно, ссылку можете скинуть на сайт, посмотреть? Да, ну, да, да, конечно. Подробнее. Сейчас, Леха, попрошу ссылки. Все доки. Вот, Илья как раз вернулся. Попрошу тоже все доки, mm-hmm. ссылки на YouTube, какие-то объяснялки, все-все-все отправить. Вот, презы какие-то первичные, чтобы познакомиться, да, как-то понятно. Потому что у нас все-таки модель такая не самая типичная. Здесь лучше, да, рассказать. Ага, хорошо. Вот, спасибо за инфу. Я, честно, вот очень-очень прям вот услышав, если это реально будет в реализации, готов встречаться, не откладывая, потому что нам это очень интересно, безусловно. Вообще, да, все. Я повторюсь, вы можете с понедельника даже запустить бота там за 10 тысяч рублей, грубо говоря, запустить бота, но на минимальную сумму, чтобы посмотреть вживую, как он работает. То есть, чтобы не... То есть, я на связи там или в чате контакт, или то есть адрес 31 в Телеграме можно найти, просто адрес 31. И напишите мне в личку, я вам все ссылки, все скину. Так и сделаем, я с понедельника прям загоню тест обязательно. И все, и запустите, и все, своими глазами увидите, как это работает. Вам одной недели хватит, чтобы понять, что с этим делать. То есть, ну, спасибо. Все, мне, честно говоря, надо уже собираться, у меня встреча сегодня. Рад был всех увидеть, в общем, спасибо за информацию. Да, спасибо огромное всем. Две минуты, Кость. Две... Да, да, да. Слушай, друзья, да. Константин, две минуты. Что-то... Есть Лёх. Потребность в привлечении. Можем ли мы сейчас проговорить в отдельном формате, не в этой комнате, там созвониться через 15 минут, буквально там на, не знаю, в 3 часа, на 15 Окей. минут, да. Окей.
Ну, можем, да, можем, конечно. Все, благодарю. Тогда в 3 часа Дмитрий и Константин... Да, но у нас еще же сегодня сейчас? Один, да, спикер? Да, еще давайте Николай, послушаем. Николай спикер, да. Давайте. Да, я на связи. А можешь, сейчас, Коль, секунду, Альберт, а можешь выйти, перезайти, чтобы мне права администраторы перешли, то они у тебя оказались. Альберт. Да, выйди, перезайди, чтобы мне права администратора передались. Ага. Коль, сейчас я этот запись выключу. Хорошо. Перевключу. Так, установить.